Всем привет! Мы находимся в Крыму, и вот совсем недавно прозвучала по средствам массовой информации новость о том, что здесь, на острове Севаш, ой, на озере Севаш, погибли тысячи птиц, в основном поганки. По некоторым оценкам, более 7 тысяч, а может быть и больше. Официальная версия гибели этих животных – птичий грипп. Местные жители считают, что это произошло в результате слива канализации или каких-то химических отходов. На самом деле, я бы не хотел сейчас рассуждать о причине, а хотел объяснить, почему это важная новость в целом для всех нас. Дело в том, что подобные вещи, которые происходят в окружающей среде, это сигнал, в первую очередь, людям, которые живут в том или ином месте, об опасности. Дело в том, что все наши животные, растения, обитающие рядом с нами, это наши индикаторы состояния окружающей среды. Мы можем что-то не замечать, чего-то не замечать. Мы можем не знать, какое качество воды в море, в реке или какое качество воздуха. Но животные чувствуют это в первую очередь. И знаете, такая прекрасная аллегория. Когда шахтер раньше спускался в шахту, он брал с собой канарейку. Зачем он это делал? Потому что тогда в шахтах, да и сейчас в целом, скапливался метан, газ, которым мы не можем дышать. И при увеличении концентрации шахтер мог погибнуть. Но канарейка была более маленькая, и ей нужно было меньше газа, и она погибала первой. И когда шахтер видел, что канарейка погибла, то он понимал, что ему нужно выбираться на поверхность и, соответственно, покинуть шахту. Так вот, когда вокруг нас мы вдруг замечаем, что какие-то виды животных и растений начинают гибнуть, исчезать, то это, в первую очередь, сигнал нам о том, что что-то происходит вокруг не то. И стоит задуматься, потому что выйти из этой шахты у нас нет возможности. Мы живем на планете Земля, она у нас одна, и других у нас нет. Поэтому все подобные вещи, которые происходят рядом с нами, должны привлекать внимание не только специалистов, но и, конечно же, общественности. Если вы вдруг видите, что гибнет какие-то виды птиц, рыб, животных других или растений, то это повод, чтобы задуматься, ну или поменять что-то, изменить, сделать так, чтобы подобные трагедии больше не происходили. Это крайне важно для нашей с вами жизни.